Григорий Кириллович Островский приехал на открытие своей персональной выставки в сопровождении родственников. От теплого приема у ветерана войны на глазах блестят слезы. На фотовыставку два дня без войны пришли люди разного возраста, но наиболее приятно увидеть тут молодое поколение. Мы приехали в какой-то там такой большой стадион. Нам сказали, что кончилась война. Этих слов ждали все, кто на себе испытал тот страх и ту боль, которую причинила война 1941-1945 годов. Автора выставки Григория Островского призвали в ряды Красной Армии в неполных 20 лет. Он служил в 21-м запасном танковом полку Сталинграда. И вот как раз во время войны ему и попал в руки фотоаппарат. Ты сказал, что ты фотограф. Какой я фотограф? Любитель. Ось, скажи, на тобі оцей, і дав апарат Kodak. Він 6х9. І от ця фотовиставка – унікальне собрання воспоминаний ветерана о останніх днях Великої Отечественної війни. Ці фотографії – живе і цінне свідчення учасника той трагедії. В них, як в зеркалі, відразилось состояние солдат мая 1945 года. Они понимали, что живут и воюют и за себя, и за тех, кто не дожил, кому было суждено погибнуть или пропасть без вести. В Донецком областном краеведческом музее выставка будет работать в режиме музея до конца ноября. Ника Пиманова, Александр Худалей, Первый муниципальный.